предлагаю вам переместиться в южную часть нашей страны к нашему прекрасному эксперту Татьяне Мисан, которая поделится с нами результатами применения средств защиты семян уже в этом сезоне в полях. Добрый день, Людмила! Анализируя то, как в последние годы складывались погодные условия в Краснодарском крае, мы можем сделать лишь один вывод. Как бы банально это ни звучало, но каждый сезон был уникальным и по-своему непростым. Но сезон 2023 года как никогда показал, насколько важно выбирать качественный препарат для защиты семян. Ведь на смену засушливым погодным условиям в осенний период пришла зима с дефицитом осадков и несколькими волнами возвратных заморозков, в результате чего ткани растений повреждались. Конечно, все мы понимаем, что к этому моменту период защитного действия протравителей прошел, но тем не менее грамотная агротехника и качественный продукт для обработки семян без ретардантного эффекта позволили растениям сформировать мощную корневую систему, тем самым повысив их устойчивость ко всем неблагоприятным факторам, в том числе и к поражению корневыми гнилями. Ведь ни для кого не секрет, что корневые гнили – это болезни в первую очередь ослабленных растений. А сейчас мы с вами находимся на опытной площадке компании «Сингента» в городе Краснодар. В этом году мы решили оценить не только биологическую эффективность продуктов для обработки семян, но и понять целесообразность снижения норм высева при использовании протравителя с максимально широким спектром контролируемых вредных объектов и обладающим положительным влиянием на развитие культуры. Для этого мы взяли семена озимой пшеницы сорта «Гром», склонного к кущению, и обработали их препаратом Vibrance Integral в норме расхода 1,75 литров на тонну семян. Затем мы произвели посев данных семян с нормами высева 2,5, 3,5 и 4,5 миллиона семян на гектар. Учеты, проводимые в осенний период, показали, что даже в засушливых погодных условиях осени развитие растений на делянках с разными нормами высева отличалось. Так, снижая норму высева семян, мы способствовали формированию у растений большей площади питания, тем самым лучше развивалось кущение, и как следствие образовывалось больше побегов кущения к моменту прекращения осенней вегетации. Так, на вариантах с нормой высева 2,5 миллиона семян на гектар коэффициент кущения составил 2,6 стебля на растение, а на варианте с нормой высева 4,5 миллиона – 2,1. Что касается фитосанитарной ситуации по вариантам опыта, то на всех опытных делянках корневая система растений была здоровой, чистой от гнилей и побурений. Учеты, проведенные в марте месяце, показали ту же тенденцию, что мы наблюдали и в осенний период. Чем ниже норма высева, тем больше корневая система и выше коэффициент кущения. При прохождении культурой фазы выхода в трубку, периода, когда и происходит основной сброс побегов кущения, на делянке с нормой высева 4,5 миллиона семян на гектар, мы наблюдали наиболее плотный стеблестой. В результате сложившегося микроклимата растения на данном варианте интенсивнее поражались листостеблевыми заболеваниями, такими как септориоз и мучнистая роса. На данный момент растения на делянках находятся в фазе колошения. Посчитав продуктивный стеблестой, мы установили, что на делянке с нормой высева 3,5 миллиона он максимальный и составляет 9,4 миллиона стеблей на 1 гектар, при коэффициенте кущения в среднем 3 стебля на растение. На варианте с нормой высева 2,5 миллиона коэффициент кущения составляет 3,4 стебля на растение, а на делянке с нормой высева 4,5 – 2,6 стеблей на растение. На данный момент продуктивный стеблестой на обеих делянках равен 8,5 миллионов стеблей на 1 гектар. Но при этом нельзя не учесть толщину побегов кущения у растений по вариантам опыта. На вариантах 2,5 и 3,5 миллиона семян на гектар боковые побеги по своему размеру практически не уступают основному. Какой же мы с вами можем сделать вывод? Даже при засушливых погодных условиях в осенний период, когда растения сформировали недостаточное количество побегов кущения перед уходом в зиму, благодаря формированию у них мощной, здоровой, хорошо развитой корневой системы, в весенний период при наступлении благоприятных погодных условий они смогли сохранить достаточное количество продуктивных стеблей для формирования потенциально высокого урожая. Агрономы в предприятиях края часто задают мне вопрос о том, влияет ли норма высева на размер колоса, массу тысячи зерен и в конечном счете, конечно же, на урожай. Опыты, которые мы проводим на протяжении уже нескольких лет,
показывают, что при снижении нормы высева происходит увеличение размера колоса на боковых побегах кущения и увеличение массы тысячи зерен, что в конечном счете, конечно же, положительно сказывается на полученной урожайности. А что будет конкретно в этом опыте, мы с вами узнаем совсем скоро.